приготовились. 3, 1, минус 2, 5, 2. Ответ? 9. Японскую методику под названием «ментальная арифметика» практикуют в детском саду номер 47, 4 год. Такая технология помогает в нетрадиционной и интересной форме обучить детей устному счету. Воспитанники учатся считать при помощи абакуса, выполняют упражнения на концентрацию, внимание и логику. Наши детки справляются очень хорошо. И в школе это им, конечно, очень помогает. Эта методика развивает память, внимание, мышление, что в дальнейшем способствует тому, что они легко осваивают математику, иностранный язык, ну и также во всех других предметах это способствует их успеху. Этой осенью детский сад номер 47 празднует свой 30-летний юбилей. За это время он несколько раз менял свое название. Первым руководителем дошкольного учреждения была Людмила Валерьевна Агеева. Сейчас в детском саду остались и те люди, которые работают здесь с самого основания. В детском саду более 300 детишек, и каждого ребенка встречают с любовью и радостью. Мне нравится спать, мне еще нравится кашу есть и на прогулку ходить. Мне нравится, с моим братом играть. Мы часто с ним играем, либо в догонялок, либо что-то там делаем. Вешаем шары, пишем пожелания, поздравляем друг друга. В учреждении работают инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Наряду с воспитанием приоритетное направление детского сада номер 47 – познавательно-творческое развитие ребят. Педагоги проводят с детьми занятия по ментальной арифметике. Это занимаются с детьми старшего дошкольного возраста. Занятия с блоками Дьениша. Это для детей 3-4 лет. Есть у нас педагог доп. Образования, который занимается с детьми в кружке «Мозаика». Ребята тепло поздравили свой родной детский садик и подготовили для него музыкальный подарок. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.